Как можно измерить ценность момента? Не хватит ни одной валюты мира. Никогда. Ценность момента в эмоциях, которые остаются в памяти навсегда. Вот ты разрываешь пространство и время. Вот ты путешествуешь по новой земле и неизведанной планете. Раньше это можно было построить и снять. Теперь, чтобы оставить в памяти, достаточно качественно фантазировать. Впрочем, зритель этого никогда не узнает. Создаем такой мир, который хочется запомнить.